На этой выставке мы представляем проект Domination. Это многоканальные видеосервера собственного производства. Производство находится в городе Перми. Что можно сказать о них? Ну, во-первых, это надежная система. Можно сравнить с системой автомата Калашникова. То есть также просто, надежно и проверено временем. То есть более 12 тысяч, ну сейчас уже 13 тысяч инсталляций по всей России, странам СНГ. Также модель недавно вышли новые, модель Pro. А системы идут как для аналоговых камер, так и для IP. То есть типичные наши объекты в основном это сложно распределенные системы. То есть мы ставим как для банков. Ну, особой популярностью пользуются, конечно, такие бизнес-то-бизнес проекты. То есть это банки, атомные станции. Недавно мы запустили проект в Твери, в Тюмени. Это безопасный город. Непосредственно также стоят, да, у нас где сервера. Плюс к этому ко всему пользуется популярностью и участников. То есть, ну, также в основном работаем не только стараемся по России, но это страны СНГ. Недавно также были поставки, не планируются поставки в различные страны, как Казахстан, также, возможно, Латвия в перспективе. Ну и, конечно, планируем сейчас вот развиваться в сторону Востока, во всех направлениях, можно сказать. Наша система, так как она производится в России, более того, еще стоит на Linux полностью. Это самая надежная на данный момент на рынке видеонаблюдения система, которая уже получила ряд наград на различных выставках. И сейчас мы развиваемся в этом направлении и планируем уже расширяться не только по России и странам СНГ, но и, я думаю, выходить уже на, скажем, более глобальные площадки.